Медпункты в каждом селении и хорошо оборудованные районные больницы. Эти положения содержатся в программе кандидата в президенты Игоря Дадона, который утверждает, что инвестиции в сферу здравоохранения уже начались. А гарантом того, что они будут продолжены, может быть только совместная работа ветвей власти. Игорь Дадон утверждает, что инвестиции в сферу здравоохранения будут поэтапными. Тем не менее, кандидат настаивает на том, что в каждом селении должны быть медпункты для оказания первой помощи. Кандидат в президенты заявляет, что наличие оборудованных медучреждений недостаточно. Власть должна мотивировать врачей вернуться в села и райбольницы. По словам Игоря Дадона, медстрахование также должно охватывать как можно больше бесплатных или частично платных услуг. Кандидат предлагает постепенно расширять список и прежде всего для малообеспеченных слоев населения. Игорь Дадон настаивает на том, что хороших результатов можно добиться только благодаря слаженной и эффективной командной работе. Для примера, он рассказал о реализованных до сих пор инвестиционных программах. Noi am găsit 1 miliard de lei să dăm suplimentar la pensionari, 700 de lei în ianuarie, 900 de lei în octombrie. Noi am găsit vreo 400 de milioane de lei să ajutăm medicii. Am mers cu majorarea salariilor la medici la inițiativa mea. Noi am reușit acest lucru în acest an greu 2020, doar dintr-un singur considerent. Pentru că conducerea de vârf a țării a lucrat în echipă. Президентские выборы состоятся 1 ноября. В борьбе за пост главы государства участвуют 8 кандидатов.